Тут глухое место. Это вот это вот сделали хорошо. Это центр приема посетителей. Это. Тут видишь, площадка, давайте. Какие-то тут эти. О, видал? Копья. И какие-то эти, знаешь, одно веяние, одни и другие там это. А вот само вот это строение вот. Ага. Веяние, что это, говорит, да тут, проходка. Слышь, всего, да тут три человека, мол, билось. Ну да, эти пишут тоже. Мол. О, что, мол, такого не может быть. Ага, что-то такое нашу это. Нашу историю. Билось тут. Поле, она рассчитана, ну, да, на 100 тысяч что, человек. Что, мол, столько не может тут поместиться. Та ё-моё. А ты знаешь, оправдывается. Ага. Оправдывается, что нет. Что тут были. Короче, я целый фильм смотрел на эту тему. А я не знаю. Это там, наверное, это билеты продаются, не продаются. Ну, короче, сейчас мы зайдем покушаем. Да, марсиане на такие копии прилетит, короче, все. Ага. Напихнется. Ага. Вот так. Вот смотри. Смотрим. Снимаем. Угу. Да. Мотор. И пошел. И. А зачем нам билеты? Вот это? Да. А все равно мы отсюда не увидим. Ну, просто прочитаем, да? Внучки российского историка Татищева. Слышал я Татищева, Анна Викторовна. Вот она, Куликовское поле. Именно здесь и развернулась битва. С этой стороны, скорее всего, стояли татаро-монголы. Вон Алик. Меня там видите? Да, а я с войском стоял с той стороны, откуда мы приехали. За нашей спиной была Непрядва, чтобы назад не пятились. Либо в реку, где вас порубят на фарш, либо рубать вперед. И мы на лошадях такие проскакиваем. Пошли рубить. Сабля и жопа. Да. И чё? Ох, ё-моё. Знаешь, как на лошади, когда ты несёшься, вот у меня сабля здесь. Почему отсюда вытаскивают? Вытаскивают для того, чтобы, потому что отсюда неудобно. Вытаскивают. Движение раз, вот, из-за головы вынос. Понял? Знаешь, как и рубится, рубила. Да, один раз попробуй. Да я сам взял лошадь и ухо отрубил, гад. Давай на вышку поднимемся. Это, по-моему, вот по этой надо идти. Петрович, ты не заметил, не будешь потом чехлы вынуть? Может быть, отложим? Поденешься. Да нам уже... Ну, тогда... Ладно, мы... Хорошо. Ускоряйся. Угу. А вот это, смотри, наверное, тут этот красиво. Канализация есть, что-то тут. Ну да. Фу ты, ну ты. Поднимемся.
На Куликовом поле дождь. Это стрелы, копья. А, какое дождило. Из Липецкой области на Тульск идет. Улан как вдалеке, вон смотрится. Курган Мамая. Да. Ну да, видишь, оттуда смотрел, что тут творится. Вот она, легендарная Куликово поле. Куликов тут уже нету. Где мои земляки стояли? Вот здесь вот как раз они стояли. Здесь мои земляки стояли? Да, потому что Мамая смотрел оттуда, вон, с того. Ветки, да? Где этот? Вот эта тревога там, да? Да, вот то. Вот она. Место бегства ордынского войства, место разгрома. Просто развернулись, снова вперед пошли. Просто не отступали. Отступление ордынского войска. Третье, видите. Мы не отступали, мы разворачивались. Выход ордынского войска. Начало сражения, видите, по центру пошло. Так, выход русских войск. Вот. Расположение русских войск. А, вот смотри, это вот, да. И пошло этот бросок засадного полка. Вот она как. С тылу пошел. Расположение засадного полка. Зеленая добра. Вот. То есть все ясно, видите, вот. Так, то есть вот она. Я лично хочу сказать, что мы не отступали, мы разворачивались. Ну да. Так слушай, вот. Не было. Слышь, вот действительно мы смотрим, вот как он смотрел, оттуда, вот, да? А вот это вот она, поле, видишь, значит, расположение засадного полка там. Так, расположение русских войск, вот она. Выход, вот, начало сражения, вот, здесь прямо перед нами. Отсюда отступление ордынских войск, отсюда. И рубка окончательно произошла там, нафиг, отступление. Вот и все, так сказать. Закончилось Куликово. Да. В пользу коммерческих структур. Потому что вот там это большое огромное здание. Да, у нас проход оттуда. Вон заход. Может отсюда пройдем? Не будем мокрым. А как мы туда пройдем? Вот придется нам вот так возвращаться. А вон какие-то ступенчики есть. И ступенечки есть. Ну да, вот. Тропа. Вот там надо было. Ослячья тропа. Угу. Ну пойдем посмотрим, что там они нам скажут. Главное бессалатизм. Слимпомпович пошла. Была это великая сеча жестока. Ах, сеча. Ты понял? Не что-нибудь, а сеча жестокая. И... Где мои войска? Тут шум. И прав, битва упорная. Так что земля содрогалась. И от начала мира не, и от начала мира не было такого. Да. Понял? Вот так-то. Вот так-то. Сечу великих князей русских. Дикам. О, пошли, клапана заработали. Пойдем. Мы едем, все. Хорошо, все, да. Все. Ты че? Такая наглость. Раз этот, да. Тот музей это какой-то бесплатный, там брать. Билет зачем-то, чуть не сучу. Согласен. Я тоже так. На хохряк. Здесь же будут опять новоделы, копья. Да. Фещи. Сеча. Вот это нормальный ракурс, смотрите. Да, идем вот снимаем. Че, милый друг, хорошо, а что мы вместе. Был, да? Да. Ты плыви, моя лодка, плыви,
А сердцу хочется ласка. Колоколовая песня. Старина, вот это интересно мне. Ишь, хороший большой, любви, да. А сердцу хочется ласковой песни. Ишь, хороший большой, любви. Почувствовал, да? Он все туда, но стекает. Тут они заделают, что это там такое. Пятое, десятое, третье, двадцатое. Это график ценнейший, когда маленькая курочка моя там. А что нельзя, нельзя выставить? Потом она пыталась вытянуть, там уже вообще ничего не установилось. Почему? Там, где там память, оттуда взять.